все процессы кормления, поения, работы в птичнике максимально стараемся автоматизировать. То есть корма подаются автоматически, без участия человека. Вода так же само подается постоянно, присутствует, подается автоматически. А микроклимат в птичнике, то, к чему индейка особенно чувствительна, это качество воздуха, температура, влажность, наличие аммиака в помещении. Это все контролируется компьютером. Убой идет в соответствии со всеми мировыми требованиями, то есть идет правильный убой, правильное охлаждение и правильная, то есть разделка для того, чтобы мясо сохранило все свои полезные свойства, всю питательность, и потребитель получил свежее и качественное мясо, в качестве которого он не будет сомневаться. В основном это люди, которые работают у нас в ближайшего села, это село Кровны. Вот, он находится от нас буквально в 300 метрах. В основном это люди, которые работают птичниками, обальщиками. То есть мы предоставляем им высокооплачиваемую работу, хорошие условия труда. И люди, в принципе, довольны. В первую очередь это Голландия, Германия, ну, остальные. Также мы сейчас работаем над направлениями такими, как Ближний Восток, и вполне возможно это Африка. Сейчас рассматривается контракт с Бенином.